Средняя зарплата последняя у нас 20-100. Ой, слава богу. 20-100. Полностью предложение заново, потому что нам надо. Я понял. Средняя зарплата на предприятии 20 100 последняя, да, то есть за последний вот квартал средняя. И, значит, отчисление в бюджет. Опа, одеваем очки. Значит, налог на прибыль. Налог на прибыль. В 2020 году почти 21 миллион. Вот. В этом году, значит, только первый квартал, чуть меньше 6 миллионов. Угу. То есть, если тот же 21 мы делим на 4, там получается у нас 5, ну, небольшой рост, там порядка 10% роста. Вот. В пенсионный фонд в 2020 году 10,5 миллионов. Вот. В этом году за первый квартал 2 миллиона. Намного проще стало работать. Почему? Потому что когда ты что-то недоплачиваешь, у тебя очень много внимания на этом. Очень много твоего внимания направлено на это. И у тебя не хватает, как бы, вот, ну, такой сил разума, что ли, да, как, чтобы на все остальное, то есть у нас, то есть определенное количество внимания, да, то есть часть внимания у тебя направлена на то, что там не платишь налоги, надо как-то это скрывать, надо какие-то игры придумывать, да, вот, и у тебя не хватает уже вот энергии, внимания, чтобы заниматься основными вопросами. Когда у тебя в этой области порядок, то есть ты все свое внимание направляешь на сам бизнес, и ты начинаешь развивать бизнес. То есть на самом деле на сегодняшний день налоги намного меньше, ну не намного, но меньше, чем, допустим, в том же там 2005-2010 году, да, то есть у нас налоги на зарплату были в два раза выше, чем сейчас, налог на прибыль был выше, да.